Мать убитого предпринимателя Ильчина Алиева обвиняет экс-председателя Госкомитета по работе с диаспорой Назима Ибрагимова в смерти своего сына. Как передает канал 13, об этом мать покойного Самая Алиева рассказала сайту «Хитаз». Ранее сообщалось, что национальный герой Азербайджана генерал-лейтенант Равшан Акперов арестован по обвинению в убийстве азербайджанского бизнесмена Ильчина Алиева, совершенного им в Киеве 20 лет назад. На время проведения расследования в отношении Равшана Акперова избрана мера пресечения в виде 4 месяцев заключения. По словам Самаи Алиевой, ее сына убил генерал Равшан Акперов, но Назим Ибрагимов также замешан в преступлении. Она отметила, что ее уже вызвали на допрос в прокуратуру. «Уже 2 дня меня вызывают в связи с этим делом. Кажется, справедливость вот-вот восторжествует. Я рассказала все, что знала об этом происшествии. За 20 лет я рассказала об этом уже всем СМИ. Они опубликовали все мои слова. Надеюсь, что дело будет расследовано объективно и виновные, наконец, понесут наказание. Во главе этого дела Равшан Акперов, но вместе с ним в этом деле виноват и Назим Ибрагимов», сказала Самая Алиева.